информации компании «Пермэнерго», 14 мая с 10 часов утра и до 17 часов будет отключено электроснабжение в следующих деревнях – Кондас, Васильево и Петрово. Также 14 мая с 10 до 10.30 и с 16.30 до 17.00 в связи с ремонтными работами будет отключено электроснабжение в деревнях Шварёво и Лемзер. Телефон диспетчерской службы компании МРСК «Урала» 27 46 54. Единой диспетчерской службы 112.